Целый год прошел после предыдущего фестиваля. Наконец, вновь пришел долгожданный праздник. Мы рады, что у нас в городе столько много креативных, современных, молодых, творческих, одаренных, талантливых людей. А талантов действительно среди студентов не счесть. И во время очередной студенческой весны они в полной мере продемонстрировали, на что способны. Творческие задания нужно было подготовить заранее. Фантазии ребят никто не ограничивал. Полная свобода для творчества. Самые неожиданные изюминки дарили команды учебных заведений зрителю. Здесь проявились и вокальные, и танцевальные данные участников. Были на сцене и мастера художественного слова. Наиболее удивил и вызвал массу позитивных эмоций студенческий театр «Нью Апостроф» из Беловского института филиала КИМГУ. Ребята показали мини-спектакль, за что и получили гран-при фестиваля. Первое место в номинации «Вокал» присудили дуэту Антон Жернов и Анастасия Блондинская, студентам Беловского филиала КУЗГТУ. Многих участников фестиваля отметили в различных номинациях. А главное, праздник получился ярким и запоминающимся.